Добрый день, дорогие жители. Сегодня понедельник, и традиционно я анонсирую все самые главные темы, которые мы обсуждаем и решаем в интересах жителей Подмосковья. Что касается повестки, то в основном она вызвана зимой, холодами, и мы сегодня еще раз уделим внимание теплоснабжению и всему тому, что обеспечивает комфорт в доме. Все, что касается уборки снега, дорог, тротуаров, также сегодня будет рассмотрено на совещании. Мы покупаем дополнительную технику, чтобы своевременно убирать наши улицы, дороги, все то, что хотелось бы видеть всегда доступным и чистым. Тема транспортной безопасности очень чувствительно, и мы дополняем свой автопарк дополнительными комфортабельными автобусами. В этом году 400, в следующем 300. Но что самое важное, мы реагируем на те жалобы и предложения, которые вы размещаете. Прежде всего, это по очередям и более интенсивному сообщению автобусов в час пик. Эту работу мы активно ведем, и очень надеюсь, что вы это тоже заметите. Особенно сейчас, когда холодно, ожидание автобуса или, не дай бог, его не вовремя прибытия, это всегда доставляет дискомфорт. Определение очередей на остановках в настоящий момент мы определяем с помощью искусственного интеллекта. Система камер безопасных регион сама анализирует данные, и вот такое СМС, как на картинке, приходит дежурному в ЦУРе. Отсюда идет регулировка подачи автобусов. В зависимости от количества людей оперативно выпускаем резервные автобусы на линии. На таком контроле в настоящий момент у нас 37 автобусных остановок. Еще одна тема – это газовая безопасность. Мы установили порядка 150 тысяч датчиков, которые позволяют контролировать концентрацию газа. Эту работу продолжим. Это порядка 65% от всех квартир, которые имеют газовую плиту. Этим занимаются и управляющие компании, и главы муниципалитетов, обращая внимание, что тема эта очень чувствительная, и здесь безопасность должна стоять во главе угла.